Столб посреди тротуара на Воронежской 92 стоит уже 40 лет. До сих пор его никто не убрал. Проехать по нему после ремонта с коляской будет очень сложно. Давайте помогу. Оп. Спасибо. Эта опора должна стоять в одной линии со своими коллегами, но почему-то смещена на метр ближе к домам. Когда начали возводить тротуар, выяснилось, столб находится ровно на его середине. Местные жители говорят, на их памяти так было всегда. В 90-х на его месте стояла истлевшая опора. Ее заменили, а вот сдвинуть не решились. И потом ее опять на место поставили, и все. На том же месте. Он должен быть немножко дальше, как вот должны они стоять. И должны стоять нормально, а не так вот ни крив, ни в кость. Сергей Стрижков – местный сторожил. В целом работы по благоустройству доволен. Но отмечает, нужно доработать несколько моментов. Например, пока не сделали карманов и автобусных остановок, пешеходный переход поставили там, где через дорогу никто не ходит, и, естественно, оставили на месте злополучный столб. В последнее время здесь, в нашем районе, очень много мам молодых с колясками. Они гуляют вот летом, тут постоянно ходят. Она же не объедет. Сейчас поставит бордюрный камень. Как пройти? Никак не обойдет она. Чтобы обсудить острые вопросы, на встречу к жителям приехала префект Лариса Булгакова. Оказалось, что судьба столба уже решена. По поводу столбов, которые всю жизнь опоры здесь стоят, да, на пешеходной зоне, администрация города говорит, в течение нескольких дней это будет решаемо. Это решаемо, и в течение нескольких дней этот вопрос решится. Поэтому подрядчики делают свою работу, именно то, что касаемо земли, именно пешеходной дорожки, а уже ОРС будет переносить опоры на другое место. Вместе с жителями префект прошлась по отремонтированной улице и выслушала другие претензии жителей к качеству благоустройства. За судьбой столба, стоящего посреди тротуара, пообещала следить лично. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев, «Область новостей».